Наташа и Костя, это свободный выгул. Вот сейчас время 23 часа 30 минут. Это моя кровать. Вот. Ну, понятно, что темно, там где-то спит собака и так далее. Вот. 23 часа 30 минут. Крыса на моей постели. Ну, чтобы было совсем понятно, где находится моя постель, где я лично сам сижу, такой, знаете, кроватки там, да? Вот, я сейчас объясню, какое расстояние нужно было этим трем жуликам преодолеть, да, чтобы дойти до меня. Итак, пошли. Вот, идем. Вот тут пес проснулся. То есть света в квартире нет. Это фонарик. Идем дальше. Это прихожий, коридор. Ночь, темнота там, да. Идем дальше. Вот диван их там любимый, которые все дело порвали там, да? Понятно там, да? Там вот ихняя там эта самая труба любимая. Вот. И вот, значит, смотри, отсюда, с этого дивана, они в полной темноте, абсолютной, света нет. Это светит фонарик моего телефона. Преодолевая препятствие. Вот это вот препятствие там, да, мимо него. Вот. Бегут сюда, в следующую комнату, вот такую большую. Я свет не включаю, это просто фонарик. Хотя если свет включить, то будет вот так вот, включаем. Вот. Они, значит, здесь через всякие там предметы. Бла-б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 ла. Вот, все, пожалуйста. Время 11:30, я ложусь спать. Я спать ложусь. Вы что сюда приперлись? Вот я ложусь спать. Вот они приперлись. Вот такой у нас свободный выгул. Представляешь? Вот я ложусь спать. И они все прибегают меня, короче говоря. Мне сказать спокойной ночи. Так, это Вжик. И кто там еще? Вот они. Это Вжик и Босс. Только что здесь где-то был доцент, это ушастый. Вот он такой у нас свободный выгул. Вот сейчас полчаса они тут побесятся. Меня спать уложат, как только я захраплю, а я храплю ночью. Вот, все, они все разбегутся и пойдут опять спать на диван. Вот оно. Вот она моя крыша. Кто это такой? Ушастик. Боси. Это Босс. Босс, которого слушаются все. Малыш, куда? На подоконник пошел? Нет. По батарее. Ну, пошел по батарее гулять. Вот такой свободный выгул у меня. Вот. Это я к тому ролику, который ты сегодня разместила. И так у меня каждый день. Крыси. То есть здесь полная темнота вообще. Полная темнота. Света у меня там никакого нет. Ну, здесь просто такая маленькая спальня. Ну, как маленькая. 24 метра. Вот. Все, разбежались. Сейчас свет выключу, они опять все прибегут. Это я о свободном выгуле. Так что, как бы так. Ничего страшного в этом нету. Пока-пока.